Хватит вам, у нас все было красиво, ты пришел, да, Петя? Ага, стою. Ты пудрой нахуй нахуярил, хоп, а потом только. А где? Эту хуйню уже забили, что ли? Сначала, блядь, нахуй, скажи, мой пудра, а потом, окей, блядь, пхает эту хуйню, нахуй. Хорош, город. А ну, как ты, типа, как ты не умеешь, двумя руками или одной, как у Войда да входит? Я не буду открывать ни хуйные подробности. Юлька заводит. Вот так. Войд на двоих. Ага. Алиса на кинетике. О, блядь, Алиса на кресите, бля. Так. Можно да, бафайте. Рыбу жуем. Как его? Три лока. Кинетика на вас. И можете лока даже босса нахуй не бить. Главное кинетику, бля. Не дайте, чтобы кинетика опустилась. Если что, пусть помогай. Остальные хуярят. Соответственно, на пол, на Войда дали, и Волонара, и Талдорама, пожалуйста. Желательно Гурский на пульт, Талдорама. На Войда. Хорошо. Призма также, Талдорама на пульт на Войда. Ход и Пусси, напуливайте Волонара. Чек на готовность. Надеюсь, по тактике все знают, что здесь делать. Все то же самое, как и на обычке, только двигаться. А что, каски так и не будет, да? Каски, пан и шредер, пожалуйста, раздали. Далее, когда вы двигаетесь, в отличие в хейме, по вам идет дымаг. То есть у вас набираются стаки. Чем больше стаков, тем больше дымаг. Соответственно, когда вы остановитесь, по вам дымага не будет, даже если будут висеть стаки. СС... как делали первый раз, то есть затум на мост, на лилоч, на ави и клинит на монород. Ну ты не умрешь, но на всякий случай. Каску раздали, пожалуйста, пан Шредер. Чек на готовность. Я не готов. А чё, еду кушаем? Каску да 10%, кто с паладинов дает. Дает Шредер, дает пан. Оба. Шредер, дай каску. Поваром. Пан, дай каску. У вас 10 секунд, нет, каждый по 50 гп. Какая каска не будет? Сдавайте. У вас, блядь, вдвоем нахуй, одна, один баф. Ну что, у нас прота нету. Бля, я не знаю, я всегда говорю нахуй аддон и похуй. Не, у Саулы нахуй. Пусть Шредер, Винар, Ави, Монород. Каски нету. А кто вам говорил запускать? Блять, отчет был нахуй или чё, ребят? Ну, вы, блять, зашли, он сейчас загрится нахуй. А Шредер АФК? Молодцы. Нахуй, шмот сейчас дизну, блять, с Волонара и все, ёпка. Да мы не убьем. Лихо, Джинджу набрали. Поменьше двигаемся. Ну, задум. В чем проблема? Мосса Берни задума. За стаками следить надо. Ты его не 600 уебало. Не он умный. Смена цели 3 секунды, задума бафните. По толдорам мы играем. Меньше движений делайте, пожалуйста. Если много стаков, стопнитесь просто. Блять, аура защита от огня. Не стопнись, а просто встаньте. Это ДПС не будет. Ну, я имею в виду встать. На месте. Это ты знаешь, что встать, а некоторые хуй. У нас ГМ когда-то говорил не эскейп, а эскейп.
По кирисету только точечно, кто умеет. Кто не умеет, нахуй, стойте у толбарама, блядь. С лонаром. Надо кинетику. Помогайте подбивать кинетику. По кирисету играем. Нахуй так забьем, блядь. Главное кинетику, чтобы она не падала. Поэтов, поэтов, направляйте локи, пожалуйста. А кто у нас там звездопад езнул, блядь, на ядрах, алло? Он здесь не дамажит ядра. В смысле не дамажит, если он умирает? Дамажит, ты чё? Кинетика. Угу, молодец. Блядь, лохина. Ища, ища, молодец. Смена цели, по Волонару играем. Ренжу набрали. Ёлка. Хорош бы. Вообще ничего не снесло. Задумал там про хитя, ага, отлично. Кинетику, угу, молодцы. ЖДД, сядьте на кинетику, пожалуйста. Нахуй, медичника не забьем. Ренжу. По Талдарам играем. Монород, Бэйрхота. Блять! Кинетику, все РДД стали на кинетику, нахуй. Монород, дай БР по Эйтю. Ави, дай, пожалуйста, по Пусимагни. Пробафали сразу их. Кинетика. Кинетику. Главное, следите за кинетикой, пожалуйста, ребят. Блять, стена еще вихрь на мне. Вообще уходит меня. Кинетика. Угу. Полнар играем. Один баф только Павловска. Ой, да? Ну, так, я ж тебе баф. Угу. Бегите, а, вот опять я вижу. Ебать, у меня пи. Опа, щас. Че там? Что-то слышно? Нет, ебать. Мне кстати помощь не нужен, у меня такой же там так, забираете. Этот. Войт упал? Нет, Войт упал. Оффхенд. Блять, боже, 238, да что за день такой нахуй конченый? Ясно. Опять никому ничего не надо. А потому что дерьмолот, поэтому и я. Плащ. Танка, да, это? Бисос, да? За разницу, у меня такой же собачка. Ну, я на оф. Нахуя себе, там это, 114. У кого ноль? А чё, на оф? Приоритет не идет, чем апгрейд, что ли?
Ну, хочешь... Нет, ты танчишь, в чем проблема? Апгрейд. Сколько там? 114, да? Угу. Блин, Люча заблудилась. Молодец. Никто не сомневался. Вальку, иди. Башка. Блин. Че, давайте трэш. Чисто на транс можно пролить? Тебе надо на транс? Ну, куда? Никто не ролит. А что на транс, да? Давай, транс. Давай, транс. Вот, висели. Да ладно, я тебе вступаю, Рахит, забирай. А я знаю, что мастер не будет с ней гонять, так, в смысле? Ты что, кончилась как хуйня? Я его знаю, он ее денег. Я башка красивая. Ну я его вижу на числе двойной, вот все. Я ее просто нахуй сдизю, блять, если на то пошло, блядь. Не, я имею в виду, будешь таскать нахуй. Так-то если таскать будешь нахуй, смотри, блять, за половинку могу отдать. На какой хуй я буду ее таскать? Потому что разве что сейчас это. Давайте много разговоров, там трэш стоит. Да. По трэшу играем быстрее. Задум, Шреддер. Что, минус рога у нас, да? Да. Ну, я думаю, сейчас... Ну, а этот... Рога странный какой, падает, если... Угу, роли 50-е, значит. То ли носит Т4. Ну, извините, это был пук, ребят. Ну, если на нём... Нет, теперь если... Ты с нами не одеты. 50-й зачем нам, да? Одеты, не одеты, нахуй, смысла нет. Ну, это не анонсировал, тебе он сразу сказал. Я не анонсировал, одеты, не одеты. Блин, у меня граница была одеть. Душ нет, а не есть. Есть. По охотнице. Это в любое время одеваем, нужен. Повелительные сульта забрали, отведите от рейда, пожалуйста. В общем, похильте, потом вы отойдете, я быстро. Блин, сейчас. Я тебя подстрахую, брат. МДД по черепу. МДД по черепу, играйте. Я отошла за шлюз. Агресс, блин. Поохотница. Заберите эту, блядь, функцию. Да свари супчик с неё, что ты хочешь? Давай приручим. Он легко сделался. Молодец. Какой тихо сделал. Пора на профа делать, да? А вот только я, как ты будешь делать? Посмотри видосик. Если надо, я тебе могу вместо тебя сделать, не такого. Ну, в принципе, может. Либо Войт. Я бы не давал аккаунт. Я бы скрипер, если ты бы мне дал свой аккаунт, я бы тебе, сука, чешку удалил, блядь. Да мог бы и вару удалять, хули он не дамажит, блядь. Ну, так 4-4, один. Я 4-10 въебу, как 4 ирпиченьки зажму. Будешь давать 11 кдпс, нормально, блядь. А хуй, больше буду давать? А там что за 4 фурику дает там? Еще и жесткое еще? Там кастил, блядь, который тебе в конце наносит 10% дамага, блядь, то есть в аккаунте еще и, блядь. Ну ты как будто новый скилл, блядь. О, ой, ты аккуратнее. 10% дамага от чего? Круговая атака, да? Новый скилл. 12 ударов после бурста. Точнее, во время бурста. Ой, прожми прожимку. Нахуй нас сейчас закривает, вы бы разошлись. Развели, точнее. Меня вообще не... Кто тут? На мне кто нет, но я тут вообще. Про хил рейда. Справа добить. А это... Как не успеваю. Ну, мы ладно попробуем, да, еще? Бой, забирай там еще кого-нибудь на себя.
Ёбаные коровы, блять, натрашены. Да похуй. Да мы ж сурка, знаю. Мы ж сурка уже давно убили, тебе не похуй, что прокай? Че хуй его знает, я вообще сюда иду только на сурка подамажить, а на остальных мне вообще похеру, там кто первый, кто второй. А чё, гниль тухлый, блядь, чё, не подамажишь? А как ты там, ну ты подамажишь, а я постоянно блюю, ебать, в рейнже. Ну я постоянно ловлю нахуй с этим, блядь. Ну это уже ты нахуй, калека, а не я. Так я-то блюю, блядь, потому что блюю нахуй, капитанов, короче. Капитанов подводим к этой сестре, блядь. Войт, веди. Немедленный, сука. Сурок типа самый такой босс, где можно подмажить, а остальные боссы везде рандомно. Ну, а Натель? Там тоже немножко так, рандомно. Типа сурок, блядь, нахуй. На шип не попал, надамажил, блядь. Леди в контроль не попал, надамажил, блядь. Про остальных вообще молчу, блядь. Инсон, готовься, где этот бабл диспельт? Чё, а где мой... А, он диспел. Я... Я вообще всё не обращу тупи. Такой, сука, скучный босс. Да. Классно, здесь можно нахуй фукашить. О, хозяин пришёл. Так. Может пойдет или у него нет, что-то не закрыто? На одного босса? Скорее всего ХМ. Так, а зачем на одного босса? Чё, мы еще на лана? На одного еще лана, алё. У нас ДПС не хватит. Хватит у нас, блядь. Подожди, чё, мне надо урон посмотреть там, да. Посмотри. Я хочу посмотреть, как по рейду летит. Чек на готовность. Кто в портал это? Ты в портал. А в соло, не захилю. Но почему? Ты и Экзис. Ты и Экзис. Моза, ты с шансонком хилит. Можете еще Ави вард респектнуть, не? Не, шмота не садит. Блять. На Экзис по часовой. Не забудь. Много стаков не собирать. Вроде все, еще раз чекнул. А я зайду с вами, буду против летать. Как это будет? Против всех, да. Так, же вешай. Все готовы? Так, Шредер тут. Все, все здесь, отчет на пол. Войт справа, Алис слева. Ты где будешь, Пуси? Справа, слева, трап или? А вешаем быстрее. Милишники играют с подавителем, РДДшники, блять, приоритет не сказал, конечно. Подавители. Быстрее. Болезнь с Вайда диспельте. Милишники, у вас подавители, разгром, магия, тут же толстяки. Дальше. У РДДшеров у вас разгром. Эти как его магия, особокие и толстяки, потом толстяков, каток, ханты и ауешин, когда убили. Нет, я убивал с меньшим ДПСом. Из ДПС нормально. Давай, да. Нам надо еще ванну убить. Я хочу в доборе 59 людей. Ну, 9 боссов. Я хочу, чтобы шея упала. Подавители. Хорошо, что с при шее будет. Бля, ладно, я уже хочу, бля, 278 резко стать. Кольцо хочешь? Кабинет тебя ждет. Там можно все. Нет, кабинет, я ничего, блядь, да нормально. Разгром. Кстати, ой, это два шема почти реальность, ну. Этот разгром вообще какой-то слабенький, блядь. Главное слово Войт в этом почти. Кровавое цветение, что ты хочешь, почти шем. Только без осколков.
Ну, блядь, без осколков это уже большой минус. Ну там урон штука 590, блядь. Ну я видел, 592, как у ШМ. Ну да, там хоста 370, ну такое. А у ШМ сколько? 370 тоже. Надо быстрее пушку вторую, чтобы рага набиралась. Да? Подавители, алло. Ну либо все сокеты в хосту, либо. Разгром. Волдырь пропал, а не взорвался мне. Самов. Засал. Взрываться. Вообще сюда идти. За ВДВ. Хант. Подавитель еще был. Подавителя. Что-то подавитель какие-то слабенькие, он вар два раза ебнулся. Они слабее даже, чем 25 обычки. Имя Шансонга, пожалуйста. Сейчас. Шансонг тоже слабее. Ну это я на пуле. Бля, нихуя не напуливается. Разгром справа. Убили, убили. Все. А вы же по второму кругу собираетесь так или только первый? Третий. А четвертый будет. А сколько надо? Вот там со стоком. Без понятия. Ну тут 20 вроде максимум, потому что это почти шоты. Подавителя. Ну точно не знаю. Казалось, часовой. Разгром. Ладно, вдвоем заклупали. Втроем. Мост упал. Мы народ боим мост быстрее. Баба скинет стаки. Да, да, скорее всего. Да. Как Гера нужна будет, скажешь? Мосу пробал. Мосу прокил. Маны у него нету. Дайте гин на ману, что ли, Джованни. Я престу заливал. Дали. Ман народ дал хорошо. Подавители. Разгром слева. Второй. Давай, Юля, нахиль на два кольца. Я стаки потерял. Ну ничего хилять. Иксес сейчас тоже потирает. Баб. Потерял. Это кольт. Подвигатель сейчас будет. Мастер уступит. Подвигатель, разгром справа. А ты говоришь? Ты кольцо, блядь, сказал, что мне отдашь. Надеюсь, блядь. Ну вот так, блядь, а вчера дружили. Но... Будешь на БГ вычислять его, бегать. Он не ходит в фультмач. Да я ни за кем не бегаю. Я на БГ нахуй шкерюсь, блядь, только ночью играю. Сова, ты... Собы тоже это птица. Так это не убивает.
Надо было так с собой крякать быстро, чтобы взлететь. Подавителя. Я тут даже просто не прижимаю. Что, пойдем на Синдру посмотрим? Не смотрите, убивайте. Чего, Юля, нужна Гера, нет? Сейчас мы выйдем. Рано, походу, еще нет. 23-24. А, значит, можно. Давайте Гера, поездку что-нибудь там. Шансон без мамы. Шансон поездку я уже давал. Крайне, на другие выходы. Давайте возложение рук половины. Бинты доставайте, ёбаный урод. Разгром слева сейчас подавитель будет. Подохиливай тебе, ляма стол. Бам. Не бы понять, как это работает. Я вот сколько играла, я всегда за ДД на вальке была. Это мой первый опыт за хила вообще. Какие твои Сука, я бы на ретриках забрал нахуй. Я бы тоже, кстати, на ретриках забрал бы такие перчатки. Чего? Я серьезно говорю, блядь. Я до сих пор бегаю нахуй почти full beast нахуй с этими перчатками. Я бы взял на ретрика. Отвечаю. Ну. Бери себе, чё, на ретрика. Сейчас сколько есть? Нет. Блядь, да... Бери, Тёма, блядь. Я тебе говорю, бери. Во-первых, оставь, во-вторых, квит, квит. Я за 10 возьму. Нахуй. Забирай их так, нахуй. Не надо. Так, ноги. Ролим. Усилки перебей в силу, а шмота могилы. Ну, все, на ванну у нас нету. Уже многие нахуй уходят. Давай хотя бы урон. Чего, давай, блядь, съёбнем, попробуем, ебать. Можно хотя бы посмотреть, как его там хилить. Турбой. Слышь, знаешь, как его хилить? Очень напряжно. Нет, я хочу посмотреть, как по рейду летит. Я нормальный тут ДД, ебать, сейчас покусаем, нахуй, разъебашим мне кабину и все. Чего, блядь? Можно попробовать две тактики, одну нормальную, одну в другую, которую я говорил. Какая разница, если я не знаю, я убивал только под боссом, когда все... Да ну тихо, что ли, по которой ты вот хотел как это бить. Претенда. Что? Как нормальные люди или под боссом? А, понял. А чё, мы не пойдем? Чё? Я начистил сразу. А, так мы сейчас убьем еще, давай. Не, а чё вы, а чё вы идёте? Ребят, у меня, я предупреждал, у меня один трай, я максимум до пол-11. Это я анонсировал сразу. Посмотреть, сейчас посмотрим. Обычной тактикой мы не убьём, короче, это мы сразу будем. Ну, у нас минус 3, если чё. Ну, тогда не будет. Блять. Если минус 3, то уже все. Смысл уйти тратить время, блядь. Ну, да. Да ладно, давайте не пойдем. Ты что, ты на яблоке пойдешь, Эйкон? Дайте, яблоки, дайте мне, пожалуйста, джипсы, я хочу этот нахуй поставить такой. Ладно, ребят, на следующий понедельник собираемся. 100% завтра обучка. На воскресенье, если у вас... Так, а во сколько обычка? Обычка 18:30. Блять, я не успею. Сука. Ну, блять, с запозданием, если что, на как на полчаса. Ну так я, у меня как раз автобус приезжает за 10, нормально. 30. Нормально, Тём, пока ты тут, поставь, пожалуйста, РТ на какой-то день на Зуламан. Надо не. Все-таки позакрывать ребятам. Тот же Райан, человек с фулл-тактиками, целка попасть не может. Я знаю, ребят, я понимаю, что надо закрыть. Я вам говорю, если застоит на вторник, меня остальные дни не будет. У меня завтра только время будет.
Завтра я веду обычку. Для этого я веду обычку. Чтобы помочь, во-первых, войду собрать и тому подобное. Если у вас вот, есть нет, время, по тактике, всем спасибо, да, кто был. Так, Колокол Джитс есть. Да, это БЭшка моя, нахуй. Этот, соответственно, для этих, если у вас есть желание, соответственно, вы можете провести, пожалуйста, в воскресенье у вас остальные дни есть. Проведите, соберите. Тактика на Золджина у вас есть. Три сундука я показывал многим, как делать. И тому подобное. Они все делаются изи. Мы можем КД продлить? А, мы ж убили, блядь. Мы убили, я не знаю. У кого-то там есть КД. У меня есть КД, я могу продлить сразу на Зула на повладение. Почему это там Т-тринг нормально падает? Юбилейная обычка у нас чисто по луге. Блин, кто там лидер? Отдайте, пожалуйста, пати. Я пойду на ретрика ручки. Зачем продлевать? Вот такой случай, как у нас был в понедельник, блядь, чтобы тупо убить Зулджина. Вот по этой причине, блядь. Чтобы да, в да, тринки падают, я не спорю. Ты человек хуйней маялись, блядь, в итоге никуда не пошли. Это хуйня полная, блядь. Маялись, не маялись, в следующий раз не будем маяться. Вот, блядь, сейчас мы бы не пошли, потому что бы хуй Рашама нашли. Логично, потому что ты не хочешь шейпер, блядь, закрывать, нахуй, 25 опцилка. Блядь, вы мне квест не делаете, блядь. Тебе я... квесты кто должен Мама делать? Сам пойду, себе делаю, блядь. Ёбаный урод. Так я делаю, блядь, я обсираю. Я ушел, ребят, ЕПшку я начистил. Я уехал. Давайте, до завтра. Да. Я, блядь, виноват, что хилы вечно при тяжке умирают, блядь. Да, надо научить хилов, да. Нет.